Итак, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Максим, это супруга Надежда. Ага, расскажите, пожалуйста, где отдыхаете? Отдыхаем в санатории Старинная Анапа. Вот, уже не первый год там, ну, я уже, по крайней мере, второй год там отдыхаю. Отличный просто санаторий. Идеальное место расположения в центре питание города. Питание шикарнейшее, шикарнейшее питание. Кто зачем ехал? По вам не скажешь, честно. Здравствуйте. Анимация для детей шикарная. Сегодня там 3 раза в день что-то играют, что-то проводят. В общем, ребенка не вытащить. Вообще отлично. Бассейн у них там закрытый. Ну, сейчас теплый? Ну да, бассейн, теплый. Да, там два бассейна. Сейчас как бы не сезон купаться, мы ходим в бассейн. Один закрытый, подогреваемый, второй, ну, на лето открывается. Угу. Он, можно летом купаться. Номерах большие, маленькие. Ну, у нас такой стандартный, ну, нам хватает. Номера, да, сингл, твин, то есть двухместные, они не сильно большие, но в целом там все абсолютно есть, все полностью. То есть вот сегодня нужно было даже там вещи постирать, можно и эту... Тазик нам дали, тазик нам дали, сушилку дали, гладильная комната есть, то есть, короче, все. А у вас там all inclusive или не совсем? Ну, то есть выпивка есть или нет? Ну, вино, белое, красное, да, ну, вино, ну, не ол, но там вино красное, белое есть, да, то есть... Пиво? Не-не-не, только вино пейте, она по царству вина. Так, еще такой вопросик, вообще территория у них есть своя, большая, нет? У них там есть вот этот бассейн на улице, детская площадочка небольшая. Сейчас у них там ремонтные работы, готовятся к летнему сезону. У них терраса такая есть, вот у них сейчас там небольшой ремонт идет. Вот, но... Ну, не сильно, конечно, там большая территория. Понял. Так вот территория, пожалуйста. Вся Анапа, согласен. А парковка? Ну, без парковка есть, есть насколько, да, 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 парковка есть. Раньше была бесплатная, говорят, 200 рублей сутки. Понял. А по питанию у вас там шведский стол, так понимаю? Питание шведский стол, да. Ну, прям очень довольны. Да. Ну, расписывать тогда не будем, если прям очень довольны, это для женщины прям вау. То есть, когда так говорят, обычно все привередливы, прям очень, а тут прям... Питание, там, это лучшее вообще, что я вижу. Цена, самое интересное. Цена? Май, 15 сегодня, сколько в стоимость на сутки? 17 ночей мы брали, на семью из 3 человек 100. Вот с учетом сейчас же есть еще эта акция кэшбэк МИ. Ага. Вот, мы, получается, брали 125 было, но с учетом кэшбэка 100. 100, то есть это вам со всеми скидками получилось. Да. Ну, вы довольны? Да. А до какого числа у нас? А? До какого числа у нас? До 20-го. Вообще, ребята, вам хороший отзыв. Благодарю за отзыв. Надеюсь, он будет полезен. А еще, наверное, про уборку я не спросил. Хорошо убираются? Все, каждый день тебе будут убирать. Прям нету минусов? Ну, хоть один. Что плохо? Что такое? Придраться к чему? Кто-то не улыбнулся. В бассейне даже есть тренинг для ребенка, можно позаниматься. Я 2 года назад сюда... Тренажерка там есть. Я 2 года назад сюда приезжал, отмечал у них типа из минусов, что в этом... В ресторане нету кофемашины. Вот сейчас приехали, они поставили 2 огромных кофемашины, просто огромные. Короче, прям обидно. Кофемашины есть, все пишут. То есть вы довольны полностью? Ребят, спасибо вам за отзыв, от души благодарю. Надеюсь, будет полезен нашим ребятам.